Здравствуйте. Случайность бывает нечто, что ведет себя как случайное, но однако является абсолютно детерминированным. И вот познакомиться с некоторыми красивыми идеями, такими, например, как идея, как критерии Вейля, равномерное распределение, и многими другими вопросами. Планы амбициозные, но вот, поскольку я уже сказал, идея сначала пообсуждать случайность, то вот у меня вопрос к вам. Чего такое случайное? Что значит, что нечто случайное? Может случиться, может не случиться. Еще. Предлагайте. Значит, давайте только сразу вернемся к глупости. Здесь позволено говорить только мне. А все остальные, что бы ни сказали, это по определению не глупости. Поэтому вот предлагайте. Случайность. Что это еще такое? Ну вот что вы в своей жизни чувствуете, когда вам говорят, что-то нечто случайное? Вы приходите после школы домой с двойкой в кармане, значит, вам родители говорят, ну как же так, вы говорите, ну это случайно. Вот что понимается под словом случайно? Незапланированное, то есть это что-то непредсказуемое, да? Да, вот смотрите, значит, во-первых, думаем, что случайность это непредсказуемость. То есть когда вот вы бросаете монетку, и значит, вы не можете сказать, что сейчас добьет или режет. Надо иметь в виду, что случайность такого типа, вот как непредсказуемость, встречается в очень определенных процессах, вот абсолютно заданных. Вот такой простой пример. Значит, возьмем последовательность такую. Зададим некое число x0. Например, может вы даже не узнаете. Какое-то такое число 3, 14, 15, значит, и возьмем последовательность xn, в которой есть целая часть 10 в степени n x0. То есть что делает эта последовательность? Вот давайте выпишем ее элементы. Ну вот x0 написан, x1 это целая часть 10 умножить на x0. Что это будет такое? Что произойдет, когда я умножу на 10? Единица, запятая сверху, правильно? А целая часть оставит нам что? 31. Так? Значит, это будет просто 31. Хорошо, что такое x2? Это 10 в квадрате, условно. Это значит, я должен запятую отвести дальше, правильно? Значит, останется уже 314. Следующее будет какое? 3141, да, 3141. X4 тоже понятно, что это такое, 3415. А вот теперь странная штука. Вот смотрите, вроде бы последовательность задана полностью. Ничего случайного нет. Вот как был такой выдающийся французский математик Лаплас. Ему приписывают такую фразу, что он говорил, что мне, он говорит, так, мне Бог не нужен, мне нужны начальные условия. Значит, вот, ну то есть все задано, да, задано начальные условия, x0, и дальше абсолютно детерминированные ни от каких случайностей, независимые правила, по которым строится последовательность xn. Но проблема в том, что мы в жизни никогда не имеем ничего заданного полностью. Да? У нас всегда есть некая погрешность. Вот в данном случае я x0 знаю очень неплохо, до четвертого знака после запятой. Да? Тем не менее, смотрите, очень быстро мы пришли к моменту, когда для нас эта последовательность стала случайной. Вот в том смысле, в котором вы сказали, она стала непредсказуемой. Потому что, чтобы выписать дальше, мне бы надо знать, какая цифра следующая. Может быть, там так, как в числе π. Узнали же, да, что это такое самое число? Может быть, совсем другое. Так? Вот это вот явление, которое лежит в основе такой очень красивой фразы под названием детерминированный хаос. Это наблюдение не только в таких вот достаточно искусственных примерах появляется, но появляется в реальных задачах. Когда даже очень хорошее знание начального условия приводит к тому, что очень быстро то, что происходит с вашей системой, происходит в данном случае с последовательностью xn, становится для вас, в общем, равнозначно просто бросанием монеты. Вот. Причем, что интересно, чем дальше, тем лучше.
Понятно, да? Сначала отличие будет в единицах, потом в сотнях, потом в тысячах. Да? То есть чем дальше, тем вы будете терять совершенно связь с начальными условиями. Будет происходить, ну, просто, так сказать, постоянно происходит совершенно такое непредсказуемое в этом смысле случайно. Так, вот это то, что первый такой вот аспект случайности, который более-менее все вот воспринимают. Что еще можно назвать случайностью?